сегодня мы открываем киндер-бегемоты. Это новые киндеры-сюрпризы. Они только-только были выпущены. Нарисованы на обертках веселые бегемотики. И написано Happy's Family, семейство бегемотиков. Выпущены эти яйца 1 сентября 2017 года. Давай, открывай тот киндер, который хочется. Не основная серия, а желтая капсула. Все уже понятно, лошадь. Ой, какая симпатичная. Это семейство разных зверюшек. И Элиске попалась лошадка. Вот такая симпатичная лошадка с гривой. И грива двигается. Очень классная игрушечка. Это новенькие игрушечки. Таких лошадок мы еще в киндерах не видели, правда? Да. Интересно, основная серия? Основная! Ура! Это бегемотики! Интересно посмотреть, что же за серия в 2017 году. Помните, когда-то лет 20 назад были киндеры-бегемотики, такие классные. У Алиски сохранились, да, от мамы? Достались Алиске киндеры. Ага, за стеклом у бабушки. Интересно посмотреть, какие бегемотики теперь сделали. О, новый! Этот бегемотик цельный. Он, конечно, не похож на тех бегемотиков, которые были раньше. Он больше забавный. Вот такие веселые бегемотики 2017 года. Семейство бегемотиков. Их 8. И они разные. Есть балерина, пират. Нам с вами попался, похоже, акробат. Он любит подвешиваться на турнике. А еще он умеет делать трюки. Этот бегемотик трюкач. Он умеет делать сальто. Смотри, какой классный. Бжим-бжим. Кстати, на картинках бегемотики раскрашены в другие расцветки. Вот наш спортсмен, похоже, вот этот. Видите, у него сиреневая кофточка нарисована. А на самом деле у него зеленый костюмчик. И повязка на голове. Давайте следующий. Конечно, вот давайте. Драк, смотри, как бегемотик у меня делает. Расскажи, мне неинтересные игрушки. Да, графу интересны печеньки. Правда, граф? Нет, не основная. Не основная серия. Это серия анимашек. Ну это классная серия должна быть, правда? Видите, тут новые. Ух ты! Тоже классная игрушка, это мишки. Сейчас мы их соберем. Это новые анимашки, их тоже надо сохранить. Конечно, это должны быть интересные игрушки. Абсолютно новая серия игрушек-обнимашек. Полярные мишки, пингвинчики и лоси. Нам попались веселые мишки, причем это мама-мишка и ребенок-мишка. И мама держит рыбку. Она предлагает малышу, вот такому вот прелестному медведю, скушать рыбку. Маму-мишку нужно собрать. Она собирается. Классная игрушечка такая, и ротик у нее открыт. И вот в этот ротик вставляется рыбка. И смотрите, мишка предлагает рыбку своему детенышу. Алиска, смотри, какая классная мишка. Медвежонок веселый. Хорошие очень игрушки, кстати, в этом году. Просто великолепные игрушки, даже несмотря на то, что нам попадаются не всегда из основной серии. И пони, и семейство мишек очень и очень классные. Какая-то новая серия игрушек. Убегающие курицы от лисы. От кота убегают мышки. Go Move серия. И у нас попались кот и мыши. Да, нам попались кот и мышки. Черный кот залез в подвал и мышонка там поймал. О, я словила мышонка. В общем, в наборе есть вот такой кот. Он на станции, он крутится. И нужно котом запускать в мышек. С помощью вот такого механизма мы просто запускаем кота, отталкиваем его вперед. Понятно. И он должен мышек словить. Непонятно. Это такая вот игра кошки-мышки. Граф, поймает кот-мышку? Поймал! Всех! Всех! Одновременно, молодец. Не основная серия. Не основная серия. Тоже самое есть. А, нет, другое, совсем то другое. Тоже что-то интересное? Интересно, много деталей. Много. Это пазл! Ух ты, нам попался. Смотрите, пазл. Классно. Крокодил пазл. Это здорово. Не просто пазл, а еще и с фигуркой. Смотрите, какие интересные. Это пазлы и разные маленькие детеныши. Это уже у нас попадалось миньоном. И потом можно собрать такую речку или болотце какое-то для крокодильчика. Посадить там кувшинки, камыши и, конечно же, фигурку. Фигурку вот такого веселого крокодила. Это веселее, чем просто пазл.
Потому что есть еще и фигурка веселая, крокодильчика. Это очень интересно, но его сложно скласть. Сейчас Алиска соберет пазл, и мы покажем вам, какой интересный фон для маленького крокодильчика. Давайте дальше откроем. Ого, это уже раскрылось. Неинтересные машинки. Машинки нам попались. Есть наклейки к машинкам. Это одна машинка. Крутая машина очень даже. Она быстрая. Ух ты! Вот так. Это веселая серия машинок. Их 3 в коллекции. Спринти. И вот такая классная машинка. Она заводится. Не крепится нормально, не держится в машинке колесики. Вот эта часть, она просто выпадает. Здесь даже не к чему кликать. Оно, клик. Да, последнее яичко. Клик не срабатывает. Давайте последнее яичко. Открываем, давай. Надеюсь, там будет какое-то. И снова не основная. Видите, нам из 7 киндеров попался только один бегемотик. Так. А граф получает яичинки. Здесь какой-то лев катается на своемке городе. Ух ты, тоже смотрите, что-то новенькое. Смотрите. Вы видите лев и скейтборд? Это серия диких животных. И нам попался вот такой вот красивый лев. И вот это. И подставочка. Это лев. Лев может сбивать очки. Это такая игра. Ну, как это? Есть лев, есть механизм, который его ускоряет. И есть вот это. И есть вот такие вот очки, которые нужно сбить. 5, 5, 10. То есть у нас 5 очков, 5 очков и 10 очков, да? Берем и... И он должен сбить очки. Не сбил ни одного. Сейчас мы попробуем еще раз, давай. Дай. Сейчас ты тоже пульнешь. Механизм, лев, нацеливаемся и... Ой. Это игрушка для детей. Веселый лев, который сбивает очки. Нет, и нужно им пулять. А просто смотри, вот так механизм заводишь, подставляешь льва, делаешь. И мы сбили сколько очков? 2. 5. Тут же 5 нарисовано, да? А еще 5. 5 и 5 будет 10. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока. И ставьте лайки.